В 2022 году выявлено и пресечено 7 каналов крупных поставок наркотиков на территорию республики. Выявлено 77 сайтов, которые распространяли информацию о способах и местах их приобретения. Состояние наркоситуации в республике оценивали на основании ряда показателей. Правоохранители обратили внимание на 2 из них. Вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков и криминогенность наркомании. По первому параметру состояние наркоситуации в республике по итогам 2022 года характеризуется как напряженное, аналогично 2021 году. Фактическое значение данного показателя составило 106,8 случая привлечения к уголовной и административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации о наркотических средствах и психотропных веществах на 100 тысяч населения человек. По второму параметру состояние наркоситуации удовлетворительное. В 2021 году было напряженное. Фактическое значение данного показателя составило 57,9 случая, который складывается из соотношения наркопотребителей, привлеченных к уголовной ответственности, и наркопотребителей, привлеченных к административной ответственности за потребление наркотиков на 100 тысяч человек. 19 преступлений, 57 административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения, выявлено в республике в прошлом году. Изъято 20,5 килограмм наркотических веществ. На учет поставили 302 наркопотребителя. Министр здравоохранения Чувашской республики Владимир Степанов отметил, что современные реалии требуют постоянного совершенствования и дооснащения химико-токсикологической лаборатории. И только совместные усилия помогут добиться успеха в борьбе с наркоманией и обеспечить здоровое будущее общества. Александр Атяков, Борис Андреев, Республика.